начинается гроза противника. Наша разведка. Разведка. Глаза и уши вооруженных сил. Героизм, смекалка, самопожертвование и риск. Это основные спутники данной профессии. Чувство глубокого патриотизма, разносторонние знания, выдержка и сила духа. Таким перечнем качеств обладают люди редкой и очень необходимой профессии. Военные разведчики. И все же главное их оружие. Военный разведчик – это специалист широкого профиля. Универсальный солдат, одним словом. Именно это отличает его от других подразделений.